на мой взгляд, одни из основных ошибок, скажем так, стартаперов, это то, что не всегда они отвечают по существу. Когда ставят четко поставленный вопрос, их немножко начинают уводить в сторону. Также мне кажется, что не всегда они полностью отражают бизнес-модель и рыночную составляющую, то есть на какие рынки они будут ориентироваться и как они будут собираться масштабировать. Вот. Еще мне кажется, что многие из стартаперов пытаются спекулировать темой Украины, украинской какой-то такой вещи, поэтому как-то тоже такое у меня создалось впечатление. А так, в принципе, с каждым разом качество стартапов улучшается, и уровень тоже улучшается. Также расширяется, скажем так, отраслевая какая-то. Отраслевые направления, появились новые направления, такие как security. Вот, поэтому, как-то вот так.